Утром в дежурную часть управления Министерства внутренних дел России по городу Севастополю поступило сообщение от двух девушек 18 и 22 лет. Они сообщили, что двое неизвестных мужчин ограбили их и забрали сумки. На место происшествия выехала группа задержания отдела вневедомственной охраны полиции. В ходе отработки данные молодые люди были нами выявлены недалеко от АЗС, непосредственно место, где они проверяли сумку. При виде нашего автомобиля пытались скрыться, но были нами задержаны. Изначально злоумышленники не сознавались в содеянном, но под весом улик признались, что совершили грабеж. Шли мы с моим другом. Увидели двух сидящих девушек на скамейке. Между ними лежали сумочки. Мы решили отработать у этих девушек сумочки. Ага. Вот. По сути дела, взяли это и сделали. Было установлено, что девушки сидели возле подъезда на лавочке. Подходит парень, попросил покурить. Закурить. Я сказала, после меня сигарета, потому что мало ли что, сейчас полезу в сумку. Сзади подходит парень, я только успеваю на него повернуться, он выхватывает сумки обе, которые стояли. Я, пытаюсь за этими сумками, то есть следом через эту лавочку, он схватил и побежал. Девушки попытались догнать обидчиков, но безуспешно. Саша начал бежать, пока каблуки сняла, мы добежали только идти минут 15, но забежали за минуты 4, и то не догнали их. Пострадавшие сразу же вызвали полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Девушки поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны полиции за возвращенное имущество и оперативность в задержании злоумышленников.